еще одна 25-ка в плюсе. Набираем километры. Сегодня походили отлично в аэробной зоне. Все супер. А вечером у меня сегодня бассейн. Так что продолжаем тренироваться. Всем хороших тренировок. Я выбираю стиль плавания, это брас. Так как брас не такой интенсивный, и на тренировке я больше как восстанавливаюсь, а не утруждаю себя или работаю. Так что не бойтесь разноплановых тренировок, так как они помогут вам тренировать не только мышцы, но и голову. Еще один тренировочный день я уже закрыл. Утром было 15 в аэробной зоне ходьбы. Вечером была 15-ка тоже бега в аэробной зоне. Примерно на этой неделе буду выходить на километраж 170-180 километров. А на неделе было 180. Так что, в принципе, все по плану. Загруз продолжается. Всем хороших тренировок. Сейчас период объемных тренировок. И чтобы количество переросло в качество, я принимаю БЦА от Эрик Спорт, и я становлюсь сильнее. Ребята, хочу передать всем привет. Сижу, кайфую. Да, киснем. Ощущения обалденные. Так что, чтобы так классно восстанавливаться, нужно хорошо трудиться. Так что трудитесь хорошо, и тогда будете хорошо восстанавливаться. Пока.